Что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Прошла летняя распродажа Стима. И вот эта вот игра, Мировая война Z, выкатила обновление, которое добавило карту Аризона, несколько милишных скинчиков и так далее. Давайте сейчас глянем как раз-таки, что у нас тут такое. Настрой, смотрите, персонализация появилась. Тут можно теперь иметь такой вот то есть ребята из Saber Interactive что-то там пытаются делать из World War Z что-то интересное и забавное, но по-моему это надо было делать много-много лет назад. Сейчас эта игра, не знаю, как-то так но в моих глазах это нечто, что уже давно пройдено, и что заходишь только периодически там. Неважно, неважно. Давайте посмотрим на еще на оружие. То есть у нас добавили легкое оружие. Или не добавили. А вот, смотрите, кукри. Но кукри надо покупать. Так, и у него сразу же такой вот пустынный скинчик. А, тут ничего интересного, охотник на зиков. Так, забавно, но черт его знает. Вот, есть еще расцветочки, собственно, такого типа. Но мне кажется, это так дурь и шалость. Так, и что у нас еще? Конечно же, компания. Поехали по барону постреляем немножечко. Изменить класс. Давайте это у нас будет тот, у кого меньше всего уровней. Внезапно это стрелок. Желаемый персонаж. Ну, поскольку я играю третьего лица, конечно же. Ну и это Аризона к тому же. Поэтому, конечно же, рыжая веснущатая девушка. Вот таких вот рыжих и веснушчатых проблема с солнцем. То есть настолько открытыми, возможно, ходить не стоит. Можно сильно обгореть. Белые люди, что с них взять? О, мы нашли игру. Отлично. Котенок, Мэтву. Мэй. Вот. Будем шпилить. Авиационный музей я даже немножко помню. Где-то там прыгали, бегали вокруг. Чего так долго подключаюсь? А, потому что я еще не нажал готов. Я молодец. Будем отбиваться от зомби как можно дольше. А также вспоминать, как работать в этом режиме. Ты-дых, 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 ты-дых. А вот и мы. Мой любимый. Так. Да, блин. Так.
Как он так, а? Привет, не бегать третьего лица. Ты весело? Чуть бой, окей, да? Дайте посмотреть, что тут вообще есть. Ничего интересного нет. Пока ни хрена не понимаю, давайте я просто сдам. Compensator. Here they come! Come check this out. Check it. Deploying.
Мы бежали, наши ноженьки устали. Кто там? Штурмовая винтовка, давайте я возьму ее. Где кто? Где что? Не вижу. Ничего не вижу. Где? Что, а, вон там вот. Ой, индрит, смотри. Автомат. Ай. Это было проще, чем казалось. Вам еще остальные ставьте что-то. Эй, ну ладно, кто-то там слышу шумит внизу, наверное, шумит заразик такой. Наверное, не надо было поднимать, а то потом... О, граната, это замечательно. Спасибо. Откуда? Кто где? Зомби.
наложит психологические атаки. Винтовочку. Наверное, не самое лучшее время, чтобы ее начать пользоваться. Вот это. Да, уже на глушителе я заработал. Спасибо. Натыкали от души. Мне кажется, шоколад более мощный. Здорово, да, блин. Эй. Я даже дать не могу. Чё взять, чё? А где вижу, там оставлю чё-то. Все лучше, чем пустые очки оставить. Where? What? What medkit?
What medkit are you talking about? Airshop. Леры. О. Ой, сорян. Появился непонятно откуда. Ой. Ганом много, непонятно, что происходит. Не очень хорошо, вообще не было хорошо. Любопытный варваре. Сиськи оторвали. Еще только можно, нельзя, но все оторвать, короче. Эй, я пошел. Я вернулся. Горите синим пламенем. Я вернулся еще лучше. Да, так у патроны закончились. А? Непонятно, что поставить-то. Эй-эй-эй. Забор. Сейчас надо подумать, куда поставить вообще. А вон там вот заборчик. Мне кажется, наверное, здесь было бы интересно. Но я могу быть и не прав. Пустую потрачу оборонку. Где кто? Take me!
Слышу звон, не знаю, где он. Вроде у вас все нормально. Ой. Считается. Ну это. Эй, что там, где там, кто там, куда там? Куда вы все полезли, а? Куда вы все полезли? Эй. Что там у нас? Где? Четко видел, вот здесь вот есть гранаты. Не трать патроны на мои пушки. Это не до этого было. Supplies. Выставочные. Ага. Черт его знает, что поставить. Ладно, надо передвинуться туда, а потом уже ставить что угодно. Ей-ха! Да, я, пожалуй, возьму. Вот, кстати, тут автотурец популярный, я смотрю, как вот эти вот надо брать. Да их ставить, вот, допустим, сюда ставить. Кто там? Патрона, два патрона.
Для себя и для брата. Сэмбэка. Файт. Что тут у нас? Давайте калич кроул пойдем. А что-то у меня еще осталось. А можно мне стей? Па-ба! Я такой па-бам! И спрыгнул, не полетел. Я Бэтмен. Ну, точнее, Бэтгерл. I'm a very bad girl. Эти шуточки, да? Так, что-то у нас такое. Ой, блин, как ты там оказался вообще? Блин, пристрелите его спинку, да? У меня сейчас совсем... У тебя бензопила есть, мужик. А, это PlayStation. Человек PlayStation. О, молодец. Выживай, выживай. А, нет, тоже, да? Ну вот. Я упал, и все упали. Это было обидно. Ну что ж, как-то так. Как мы видим, World War Z сейчас весьма активен. Особенно если учитывать то, что у нас эти двойной XP. В честь выхода. А, тут, блин. Душевно так. Оружие, конечно, довольно медленно прокачивается, оно останавливается ведь. На определенном этапе. Так. Что у меня там? Это дополнительные штучки, смотрите-ка, а? Было 3, а теперь уже 4. После убийства граната, я не отвечу. На 100% больше урона. Ну, допустим. Устанавливает патроны, да. Мы как-нибудь потом попробуем. Так, кстати, это интересно. Ну нет, давайте вот это вот. А вот это так вообще офигенно. Боезапас стационарного для 25. При убийстве есть шанс упадения основного оружия. Это неинтересно. Тоже неинтересно. Вот это вот лучше, по-моему. Да, только я 21 уровня, а мне бы лучше вот этим поиграть. Ну что ж. А давайте сейчас посмотрим карта недельного испытания.
Кстати, у них в роликах всегда какое-то офигенное. Да, допустим. Качество освещения. Почему? Ультра. Применить. Десят мне вполне хватает. Так. Ладно. Ультра. Давайте посмотрим. Так, применить. А теперь давайте 8 тест производительности. Почему отдельная кнопка на это была? Непонятно, но очень интересно. А нет, динамическое это надо отключить, потому что какая-то херня. Мне кажется, не надо использовать. Сразу же резкость падает, и это не весело. Тем более, что у меня ультра HD монитор. И это, естественно, выключено, да. Давайте попробуем. По-моему, гораздо веселее. И вот эта вот технология будет использоваться в Space Marine 2. Только вроде получше. Но все равно жрет, конечно, ресурсов дофига. Отлично. Все, давайте пройдем одну миссию. Или не пройдем. Но посмотрим, попробуем. И на этом закончим. Нормально. Давайте не будем въеживаться. Медленные и могут повалить вас на землю даже в одиночку. Конечно. Третий уровень, пятый уровень, седьмой уровень, девятый уровень, 9 уровней престижа, пипец, ребята, это на 9 раз надо сбросить. То есть 9 на 30, сколько правильно, 270 раз нужно повысить.
А это да, это жесть. Не менее тяжелые, но, допустим. Да. Я готов. Поехали. Пойдем в Тулун закупаться. А то прилетели из солнечной Аризоны в вашу холодную Москву. Мне нравится. О, отлично. Так, а все, уже туда побежали. Хорошо. Я прям чувствую, как тебе холодно. Все пошли. Ничего тут делать. А, дробовик. Что тут? Гранаты. Гранаты пока не буду трогать даже. Одна граната, хорошо. О. О, это мое. Ай! Блин, откуда же вы вылезли? Собаки. Да взрывайся ты уже. Ага, хорошо. Вы нихер. Блин, это какая-то причина. Armed.
Сетка. Look over here. Может, где-то там еще есть место. Check this out. Хорошо. Нет. Пускай лучше здесь будет. Zombie zapper is go. Девочка с бензопилой, да? Это слышу. Cover fire.
такой, как будто ты молоток помощь. Что-то добиваешь. Скример, да? Никто. Ну, побежали. Дело хорошее. Валить это хорошо. Эй, блин. Ох. Отлично. Carry our message to the living. What makes you think he cares? How far to the bunker? Not far. Ну что же, потестировали игру. Игра все так же хорошо играется. Вот. Я, конечно, все равно не согласен с теми изменениями аркадными, которые добавили разработчики. И то, что они пытаются сейчас сделать из игры игросервис. Ну ладно, это как бы пусть на их совести остается. Да. Ну что же, на этом все, дорогие товарищи. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки, шары и прочая фигня. Вам приятно, мне полезно. А и на сегодня все. Увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Да, кстати, вот смотрите, тут вот это, все эти примочки, они вообще не имеют никакого смысла. Это просто красивые скинчики. А вот в первой версии у этих примочек были реальные изменения. То есть где-то что-то лучше стреляло. Это, конечно, были циферки, но тем не менее это были значимые циферки. То есть каждое такое визуальное изменение, оно реально отражало какое-то изменение в механике оружия. Сейчас это просто скины. И, в общем-то, ну что сказать, упрощение. Аркадизация, консольщина. Ладно, на этой печальной ноте пойдем по домам, скажем так. И, в общем-то, увидимся в этой... Ну, короче, вы слышали все, да? Да. Все, пока.